I think the statement of Mr. Yeltsin doesn't mean a lot, because it is not clear what kind of a document would be signed. And we have a tradition in Russia to say that something would be signed with no idea what would be signed exactly. So I think it's too early just now even to discuss this issue. Означает то, что Ельцин все сдал, что только мог. Осталась последняя национальная безопасность, и он решил ей еще поторговать. По сути дела, НАТО ему предъявило ультиматум, и никакие друзья, ни Коля, ни Белы, не учли интересы России, нашу трагическую историю в этом столетии, две мировые войны, за которые мы заплатили 30 миллионов жизней. Так что... Как президент он не справился ни с одним своим обязательством перед гражданами. Теперь делает хорошую мину при плохой игре.